Так, ну что, давайте-ка мы покормим наших прекрасных голубей. Сейчас мы им высыпем семечки и пойдем, собственно, в сторону дома. Смотрите, что они делают, они на друг друга садятся. Они садятся на друг друга. Так, ребята, вы что там? Смотрите, какие голуби. Какие прекрасные голуби. Прекрасные голуби, хорошие. Тебя как зовут? А? Можно тебя погладить? Эй, ребята, вот смотрите, он разгоняет, он всех разгоняет. Он самый смелый. Он всех разгоняет, потому что он понимает, что он здесь хозяин. Соответственно, он здесь главный. Привет, я как зовут? Как зовут? Поздоровайся. Поздоровайся с подписчиками. И представься, как тебя зовут. Смотрите, он никого просто не пускает. Все, он здесь главный. Он главный, он никого не пускает. Вот он, вожак определился. Хотя с виду небольшой, да, но смелый. Смотрите, что происходит. Так, ребят, все, хорош. Давайте, сейчас я вас покормлю и пойду дальше. Сейчас. Ой. Так, ну что, ребята. Привет тебе. Как зовут? Как зовут тебя? Поздоровайся с подписчиками. Поздоровайся с подписчиками. И представься, как тебя зовут. Привет, красавчик. Привет. А тебя как зовут? А? Как тебя зовут? Скажи, голубь меня зовут. И я прилетел, чтобы ты меня покормил. Мы этим сейчас и займемся. Дорогие друзья, покормим и вот этого голубя, и всех остальных, кто здесь есть. Так, ну что, давай будем кушать. Будем кушать? Конечно, будем кушать. Смелый голубь, тебя как зовут? Как зовут смелого голубя? Он просто сидит и все. Представляете, он никуда не улетает. Семечек уже нет, но он делает вид, что, соответственно, он ждет, чтобы я его покормил. Так, ну что, давайте будем кормить. Так, Гуля, слетай. Ух ты, смотри, он всех разгоняет, абсолютно всех разгоняет. Молодец, красавчик. Так, ну что, не хочет улетать. Поздоровайся с подписчиками. Ставьте лайк, если вам понравился этот голубь. Ставьте лайк, дорогие друзья. Если голубь вам понравился, смотрите, он прям смотрит на вас. Он здоровается с вами. Привет, привет, говорит. Так, ну что, давайте будем кормить наших прекрасных голубей. Наших прекрасных голубей будем кормить. Это вот, кстати, он вернулся. Он думает, как же так? Я же самый смелый, почему все самое вкусное достается им? И не хочет улетать. А мы сыпем семечки на завтрак этим прекрасным созданием. Эти прекрасные создания прилетели покушать. Поэтому мы их покормим. Так, ребят, все, сейчас завтрак. Тихо, аккуратно, ребят. Аккуратно. Давайте здесь тоже насыпем, чтобы всем хватило. Вот. Так, ну что, дорогие друзья, мы покормили этим прекрасным утром этих прекрасных голубей. Вот, смотрите, сколько их здесь много.